Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». С фронта приходят все более обнадеживающие новости. Кажется, что российская армия начинает широкое наступление по ряду направлений. Третья декада мая – это как раз самое время для удара. Но тут же происходят кадровые изменения в Министерстве обороны. Новый министр, бывший замминистра Иванов, по-прежнему под арестом. Задержан главный кадровик Кузнецов. Рапорты об отставке пишут заместители министра. Но нашему наступлению это не мешает. Гости нашей программы. Сивков Константин Никитинович, военный эксперт, капитан первого ранга, доктор военных наук. Константин Никитинович, добрый день. Здравствуйте. Матвейчук Анатолий Андреевич, полковник в отставке, главный редактор информагентства «Анна Ньюс». Анатолий Андреевич, добрый день. Добрый. Дандыкин Василий Алексеевич, военный эксперт, капитан первого ранга. Василий Алексеевич, добрый день. Добрый. И с нами по скайпу Виктор Николаевич Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды». Виктор Николаевич, добрый день. Добрый день. Итак, Василий Алексеевич, начнем с вас, с вашего позволения. Ну, такой, я бы сказал, уже дежурный вопрос. Как вы сейчас оцениваете ситуацию на фронте? Оттуда приходят новости обнадеживающие, причем, что интересно, и западная пресса тоже их транслирует. Ну, западная пресса – это одно. По сути дела, наши войска приступили, группировка «Север», созданная недавно, это на базе вновь образованного старого Ленинградского военного округа. Старого. Да. Она приступила к созданию санитарной зоны, как, о чем говорил президент, ну или зоны безопасности. Пока это касательно белгородского направления, уже если брать длину линии фронта, больше 50 километров, вот освобождены там более 10 сел, деревень, идут бои за Волчанск, который находится недалеко от нашей границы. Враг несет потери. И, в принципе, что он может сделать в этой ситуации? Конечно, все больше и еще больше бить по мирным городам, в том числе по Белгороду. И, в общем-то, и по территории, ну, скажем так, от старой границы вплоть до Татарстана. Ну, да, Татарстан, особенно по Крыму мы это видим. Это то, что они могут сделать, исходя из заявлений Буданова, террориста, запрещенного экстремиста в России, который спорит с Сырским, хотя ему подчиненный. Вот такая ситуация. Не случайно приехал Блинкин, и на гитаре играл, и ночевал. Что-то там, наверное, ему говорил, потому что опять они просят все больше и больше оружия. Такого оружия уже, которое можно будет применять на дальность, там, наверное, больше и на 1000 километров. И очевидно, что просят у Америки санкции на применение это оружие. С огнем играют. Мне кажется, с огнем играют. Вот такая ситуация. Я вот недавно уже выходил в эфир из Севастополя. Был в Севастополе. Как мы знаем, два дня по Севастополю враг наносил удары. И удары наносил американскими ракетами уже вот этой модификации на 300 Атакамс. Километров. Атакамс. Да. Атакамс. Ну, там есть 170, 300. Да, да, да. Скорее всего, били из Одессы. Противовоздушная оборона сработала ночью. Мы думали, что это будет все-таки на инаугурацию, на 9 мая. Но вот они решили, скорее всего, это ответка, в их понимании, на наши вот эти наступательные действия непосредственно у Харькова. Харьков – это самый главный промышленный город Украины, в том числе и по ВПК. Как будет складываться дальше ситуация по действиям группировки? Будет ли она усилена? Потому что сейчас, я так понимаю, ограниченные силы наши задействованы в наступательных операциях. Но в любом случае, конечно, если уж говорить, то надо то же самое делать и на Сумском направлении. Потому что враг стреляет и по Курщине, враг стреляет и по Брянщине. А это уже Черниговское направление, откуда мы ушли в свое время в порядке доброй воли. Мы же заходили и на Чернобыльскую АЭС и так далее были. Я думаю, что это крайне необходимо. Ну, с точки зрения того, что надо как-то заботиться о мирных жителях, которые находятся в этих регионах. Нет сомнений, что я встречался вот в Крыму, в Севастополе, все поддерживают, но, конечно, когда воздушная тревога звучит, скажем так, несколько раз в день, и особенно это Белгородщины, Белгорода касается, этот вопрос надо решать. Причем решать, ну, не на 5, не на 6 километров, а концептуально на десятки. А десятки – это город Харьков.
Константин Антинович, но вот с одной стороны, я лично, да я думаю, не только я, конечно, очень вдохновлен и впечатлен назначением Андрея Белоусова на пост министра обороны. Мы Андрея Белоусова в наших программах очень часто обсуждали, но, правда, особенно в промышленных. С другой стороны, вот в Министерстве обороны происходят аресты. Не знаю, может, кого-то это радует. Меня не очень радует. Вот. Но что вообще за ситуация вокруг Министерства обороны? Как вы оцениваете назначение нового министра? Как оцениваете аресты? Ну, как без этого обойтись? Нет, аресты меня радуют. И когда говорят, что это марает мундир вооруженных сил, это неправда. Главное, чтобы это в компанейщину не превратилось. Так, секундочку, конечно... я закончу. Да, прошу прощения. Вот, это принципиальный вопрос. Мундир вооруженных сил это не марает. Потому что арестовывают лиц, которые не имеют отношения к собственно, офицерскому корпусу. Начиная от генерала, все. Это люди, которые имеют звание действительных статских советников разных там рангов и степеней. Действительные статские советники – это лица гражданские. Хотя и... На госслужбе просто. Да, просто имеют вот этот вот мундир, который сами себе сшили. Поэтому я сразу хочу сказать, что это марает как раз гражданских, находящихся на службе, на гражданской службе в Министерстве обороны. И хочу обратить внимание, что начиная с сердюковских времен, до Сердюкова ничего такого не было, именно с сердюковских времен, не было ни одного маломальски серьезного дела, которое не было бы связано с гражданскими на военной, в Министерстве обороны. Все дела, крупные и шумные, они все были исключительно связаны с преступлениями гражданских лиц. Интересное наблюдение. Находящихся в военной службе. Вот это принципиальный вопрос. Армия. Теперь дальше что? Значит, назначение Белоусова. Это человек первый в истории российской, советской и российской императорской армии, который никогда не имел отношения к какой-либо силовой структуре. Даже Сердюков, он возглавлял Федеральную налоговую службу, которая, в общем-то, является составной частью силовых структур военной организации государства. Это уникальный случай. Что касается Белоусова. Ну, если взять те характеристики, которые сейчас вот у меня есть, которые я в интернете почерпнул, я лично с ним не знаком. Вот. Это человек, который на первый план ставится, человек, который никогда не был связан с какой-либо коррупционной деятельностью. Да. Это, безусловно, очень позитивная черта. Второе. Есть доклад, вот нарисован, так сказать, в интернете выступление, доклад... Значит, Белоусова президенту, где он говорит о беспилотниках, где он дает реальную картину о состоянии импортозамещенности. То есть там 95-94% комплектующих иностранные. Третье. Все, без исключения, даже те, которые являются его идейными противниками, открыто говорит, он фанатик, это враги говорят, импортозамещения. Назначение его на пост министра обороны, учитывая те установки, которые он говорит, меня вызывает определенные вопросы. То есть, если с точки зрения обеспечения вооруженных сил, то для армии это абсолютно позитивное решение. То есть, это будет подниматься вооруженные силы. Но этот человек, исходя из своих установок, реализовать тот потенциал, который он уже, вот, который я назвал, представил импортозамещение на посту министра обороны, в полной мере не сможет. А почему? Ну, потому что вопросами импортозамещения Министерство обороны не занимается. Этим должно заниматься премьер-министр или его, как минимум, команда. Первый вице-премьер по промышленности. Мантуров. Товарищ Мантуров. Ага. С точки зрения организации управления войсками. Значит, надо пояснить. Структура управления вооруженными силами Российской Федерации включает две ветви. Оперативная ветвь, которая идет по линии Верховный Главнокомандующий, начальник Генштаба, Генеральный штаб и далее оперативные группировки войск на театрах военных действий и войска в округах в части, касающейся оперативной боевой подготовки. Административная ветвь идет по линии Верховный Главнокомандующий, министр обороны, Министерство обороны, Генштаб и Министерство обороны – это разные организации. Министерство обороны. И далее войска в округах,
приемные комиссии в оборонно-промышленном комплексе, вопросы строительства, обеспечения жильем, там, создание учебной базы, создание, значит, сети учебных заведений. Вот это все административная ветвь. Вот эту вот ветвь, ну, я считаю, что Белоусов может вполне справиться. Порадовало меня выступление президента при встрече с командующими округами, где он четко сказал, прямо вот четко однозначно, что никакого вмешательства в существующую организацию вооруженных сил не будет. То есть так называемых сердюковских реформ, о которых мы до сих пор последствия еще не устранили, вот, не будет. Это очень радует. Что касается оперативной ветви управления, где речь идет о применении войск, ну, будем объективны. Там нет финансовых потоков, вот, там ведение боя, поэтому там коррупционерам, собственно, делать и нечего. Именно поэтому противостояние фронтовых, полевых бойцов, офицеров и генералов с определенной частью коррумпированной правящего слоя, вот, оно имеет место быть. И сегодня армия очистится от коррупционеров, я надеюсь, что это так будет, силами Белоусова. Вот. Дальше, я думаю, что президент будет предпринимать какие-то шаги. То есть я думаю, что это не последние изменения в составе правительства. Ну, как минимум до 2025 года. Да, ну очень знаковое. А, Виктор Николаевич, ну вот интересные оценки в прессе. Например, Дмитрий Попов, московский комсомольце, называет Белоусова православным большевиком. Financial Times пишет, что он сторонник административно-командной системы и плановой экономики. Может, они, конечно, желаемые за действительные выдают. Ну, а вы как относитесь к этому назначению? Как оцениваете этого человека? У меня свое отношение к этому назначению. Позвольте, я здесь вспомню назначение Сердюкова, когда мы захлебывались от прединфарктных восторгов о том, что вот назначен гражданский министр обороны, который теперь возьмет под свои железные руки налоговые финансовые потоки, наведет порядок в армии. Ну и что? Анатолий Эдуардович Сердюков очень удачно перепутал государственный карман с собственным и слетел с должности. Да? Вот у нас какая-то национальная привычка. Белоусов еще ни хрена не сделал для армии, только наговорил там кучу обещаний, а мы уже захлебываемся. Вы знаете, я вот просто в восторге, пойду сейчас пилюли выпью, потому что слышу одни просто восторги. Ну, а теперь посмотрите, пожалуйста. Вот Белоусов при назначении произнес так называемую тронную речь. На это надо обратить внимание. Он заходил, как говорится, с козырей. Он, безусловно, послал армии такие благожелательные же сигналы отца командира. Чтобы не врать, я повторю вам, что он говорил там. Он говорил о том, что надо улучшать медицинское обслуживание. Помните, он говорил, что люди, которые приезжают со специальной военной операцией, бегают по поле... Я не знаю, на что все больные приезжают со специальной военной операцией и бегут куда-то в гражданскую поликлинику. Но, тем не менее, тут есть один факт, который надо было выразить более четким вопросом. Гражданская поликлиника участников СВО не пускают. Они перегружены. И, ребята, бегите в свои военные госпитали, где в коридорах мест не хватает, люди лежат. Куда там еще нового уложить? Внимание! Достаточно умненько и хитро Белоусов зашел в вопрос о жилищных проблемах. Он говорил об этом. Он говорил только о жилищной проблеме. Для кого? Для участников СВО. Но Андрей Рембович очень ловко обошел вопрос о том, что у нас 50 тысяч офицеров, уволенных из армии, прапорщиков и мичманов, они сегодня не имеют своего постоянного жилья. Алло! Андрей Римович, нам бы тоже хотелось услышать. Меня тут уже, не знаю, рукава отрывают, баронец, да напомни, если он, может быть, не знает, так скажите ему. Идем дальше. Идем дальше. Что говорил Белоусов острейшая социальная проблема, которую мы уже топчемся, на которой уже, по-моему, десятилетия. У нас на мизере живут гражданский персонал вооруженных сил. И комитет по обороне говорил, и бывший министр обороны говорил, и Госдума говорила, и Мишустин говорил, и что? До сих пор ничего не улучшилось. Вот здесь
Андрей Ремович сказал, что улучшит. Понятно. Ну, а теперь главная проблема. Посмотрим. Теперь что ждет армия от нового министра обороны? Он об этом сказал, безусловно, на совещании вот у Путина с командующими этим новыми, которым он назначал, и так далее. Он правильно обозначил, ну, 2-3-4 проблемы острейших, которые действительно ему надо решать в первую очередь. И армия провалилась во время специальной военной операции. Вы это знаете прекрасно. Он говорил и про беспилотники, включая и морские в том числе, да. Он говорил о ничемнейшей ситуации со средствами связи, тоже правильно говорил, да. Ну, еще что он говорил? Он говорил о том, что надо как можно быстрее наладить для армии связь с военно-промышленным комплексом и дать армии все то, что ей необходимо для победы. Он говорил красивые слова, я бы тоже это сказал. Я это тоже знаю и так далее. Ну, а теперь армия, сидя в окопах и глядя на Министерство обороны, она, конечно, будет ждать. Хорошо. Андрей Ремович, молодец. Отец солдатам, о жилье беспокоится, о зарплате беспокоится, о лечении беспокоится. А теперь давайте дадим Белоусову возможность поработать, чтобы он дал результат. А тогда мы соберемся в нашей студии и скажем, во, молодец, обещал, сделал, обещал. У нас же, вы знаете, встречают аплодисментами, а провожают плевками в спину. Как будто Шойгу ни хрена ничего для армии не сделал. Какие же мы все-таки лицемеры, а? Спасибо тому же Белоусову. Спасибо, это рыцарское заявление было. О том, что он оценил все то, что Шойгу полезного сделал для армии. Да, у Шойгу были провалы, мы не отрицаем. Он и сам это не отрицает. Но вот так вот дружно плевать вслед ушедшему человеку нельзя. Это не по-нашему. Заканчиваю мысль. Давайте подождем, что сделает Белоусов. А потом будем уже говорить о его, сказать, правильности, мудрости и гениальном решении его назначения. Все. Анатолий Андреевич, ну а как в войсках, на ваш взгляд, восприняли переназначение, вот все эти коррупционные дела и все прочее? То есть пошли подвижки, куда они приведут, пока мы не можем сказать, но явно вот они пошли. Что думают, что говорят? Вы знаете, я хотел бы вот добавить Владимира Николаевича по поводу того, что как только прошла информация, что Шойгу будет снят с должности, вместо него будет Белоусов, информация прошла такая очень интересная. Все, Шойгу посадили. И началась, понимаете, вот такая непонятная волна всякой критики, разборов всех полетов и тому подобное. А потом, когда только дали команду, что он будет секретарем Совета Безопасности, это отрезало. И опять началась волна восхваления. Они сейчас оба с Путиным в Китай поехали. Да. Чем рядом сидит? Это рядом национальный сидел, да. Спорт. Это национальный спорт. А теперь давайте по поводу того. Ну, смотрите, я хотел бы вот что сказать. Друзья мои, давайте мы вспомним, что, когда Шойгу стал министром обороны, о том, о чем говорил Константин Валентинович, когда наша армия практически доходила уже до нуля, он выровнял всю ту кривизну, которую перед ним кто-то ее кривил. Он все-таки остановил деградацию армии в организационных структурах, он восстановил дивизии, он сбалансировал между понятием между родами войск, он новый род войск появился, военно-космической силы. Еще одно, 2015 год, Сирия. Аморфная армия, которая была в умах Запада, вдруг оказалась боеспособной армией и выполнила те функции, которые Запад даже не мог себе представить, что наша армия может сделать. Mm-hmm. Чего стоила только одна перегруппировка военно-космических сил на этот театр военных действий и как она себя там показала. То есть это же тоже, по всей видимости, Шойгу отработал. И я хотел бы вот что сказать. Можно по-разному, вы знаете, удел наших лидеров принимать решения, а наш удел – это решение исполнять. И я думаю, что армия в этом, как и государственный инструмент, абсолютно восприняла это с точки зрения нормально. То, что говорил Владимир Николаевич, давайте поживем, увидим. То, что сказал министр обороны. Министр обороны, кстати, еще раз хотел подчеркнуть, это не оперативное звено управления войсками, это административное звено управления. Политическое. Да, он принимает, он должен в общей сложности нарисовать нам картину, какая армия нам нужна по тем угрозам, которые у нас есть. И что нужно сделать для того, чтобы эти угрозы остановить? А как эти угрозы остановить с точки зрения применения военной силы? Есть генеральный штаб.
Вот давайте посмотрим, как сейчас будет взаимодействие между абсолютно гражданским лицом. Я думаю, что он поменяет всю свою команду, хотя там и менять-то нечего. Остаются только два военных генерала, которые реально это Евкуров и Герасимов. А вся остальная команда, комарилья, как ее здесь называли, это люди, которые ну, никакого отношения к армии не имеют. А, Василий Алексеевич, ну, вот Андрей Белоусов сделал несколько заявлений таких пафосных. Это я в самом хорошем смысле слова. Я, честно говоря, от госчиновников давно такого не слышал. Ну, вот уже упомянутый ролик про беспилотники, выглядело это, в общем, ну, нетипично для нынешнего времени. Потом, ошибаться можно, врать нельзя. И еще он сказал, как же он сказал, что я готов отдать все свои силы, а если надо, то и жизнь. Да. Вот мы от такого языка, как за последние 30 лет, отвыкли. Что бы это значило? И действительно ли, может быть, это какой-то более честный этап, что ли? Ну, есть понятие такое, всегда существовало, оно и до революции, и в советское время, и сейчас государев-человек. Он государственник и, в общем-то, державник. Ну так, в самом хорошем смысле этого слова. Поэтому, если он такое заявляет, это поведение военного человека, у которого честь. И мы присягу давали, если, да, самой жизни, да. И вот мне это, когда я услышал это вот... Впечатлило. Впечатлило, да. Угу. То есть человек, который, я думаю, будет... Во всяком случае, те задачи, которые поставлены, будет выполнять. И ему не надо создавать, мне кажется, какое-то определенное информационное огромное обеспечение. Вот, в таком плане. Кстати, вот о информационном обеспечении. А как вы думаете, до президента будет теперь через Министерство обороны доходить более честная информация? Ведь он же сказал, ошибаться можно, врать нельзя. Значит, я это думаю, ключевая тоже проблема. Я думаю, когда Верховный, он же президент, говорил о том, что он совершенно честный человек. Он, это понимание у него было, и эта работа уже долгая. Он же был в администрации президента, работал, занимался делами. Вот. И в том числе и проблемы военно-промышленного комплекса. Вот. Кто-то сейчас начинает в его команду относить другую, говорят, что он либерал. Это, в общем, неправильно с точки зрения всего. Там другое либеральное крыло, мы знаем, какое. Вот. А потом, что такое военный человек? Ну, скажем так, у нас был один гражданский человек, министр обороны, Дмитрий Федорович Устинов. Уже сравнивают, кстати, да. Но ведь, скажем так, что он закончил военно-механический институт в Ленинграде, что он закончил войну звание генерал-полковника и будучи кавалером ордена Суворова первой степени, и пришел на должность министра обороны звание генерал-полковника. Правда, ему Брежнев присвоил сразу же генерал армии. Mm-hmm. То есть это своеобразный такой. И он занимался всю жизнь ЦК и так далее именно вопросами военно-промышленного комплекса, обеспечения армии всем необходимым спектром оружия по всем родам и видам вооруженных сил. Mm-hmm. Поэтому это такое вот дело. Но да, он ходил в пиджаке, вот и все. Ну, в таком плане. Это, ведь посмотрим, действительно, министр обороны – это должность, в общем-то, ну, административно-политическая в какой-то степени. И самое главное сделать все, чтобы армия наша и воюющая, и не воюющая не нуждалась ни в жилье, ни в медицинском обеспечении, ни в каких-то проблемах. Ведь если раньше везли на фронт подарки фронту красноармейцам, все остальное, подарки фронта, кисеты, смахурка, там еще что-то, то все остальное, за исключением того пожертвований народа, там молотят фронту и так далее, чего сейчас мы не наблюдаем от олигархов там, и от другого. Все остальное всем остальным занималось государство. Mm-hmm. Теперь я вот встретился сейчас в Севастополе с своим знакомым, капитан третьего ранга, он запас, он служил на крейсерах. У него такое есть газелька грузовая, и вот он раз в две недели идет на позиции 810-й героической бригады морской пехоты, в честь которой, сейчас уже говорят, и не бригада, в честь которой, кстати, названа школа в Севастополе. Она уже в мирное время стала гвардейской и дважды орденоносной. Ну, это о многом говорит, и Сирии, и все остальное. И сейчас там на позиции в Херсоне. И вот он везет то, что необходимо бойцам. И не только это готовят женщины какую-то еду, там с ним барышни едут, там пару человек севастополек, а везет то, что заказывают, в том числе и то, что надо, тепловизор и все остальное. Так вот, этот момент, вот исходя из позиции, то, что сказал новый министр обороны, я думаю, что это обеспечение должно исключено быть.
это понимаю, что нет, и это позыв, но нет хорошей же жизни. Это стороны... то, что необходимо. Прицелы, да. Ночного видения, эти буханки, да? Эти квадроциклы и все остальное. Вот у нас боевой. Губернатор такой-то привез, да, этот привез. У каждого своя подшефная часть. Это все хорошо. Конечно. Но дело в том, что все это должно быть. И когда на этом фоне мы видим, которые сейчас под следствием, и находят швейцарских часов на сумму, на которую можно купить, наверное, 20 буханок или, может, 30, это вот вопрос такой. Вот об этом он говорил. Это чувство справедливости определенное, потому что надо пояснить, фронт, что буханки, это, фронт... буханки это не хлеб. Да. Это у вас, конечно, у вас, да. Буханка, да, это наша легендарная санитарка, как угодно. Да, да, да. Машина, которая проходит по всему бездорожью, буханка это не хлеб. Да. Очень так вот машина, вот этот момент справедливости, который в русском обществе всегда существует, и это мы знаем, и в писательской там среде все, он должен ощутиться на фронте. Абсолютно. Чтобы не было никаких. И я думаю, что у него это получится. Будем надеяться. А Виктор Николаевич, давайте немножко от Белоусова отвлечемся. Вот совершенно в сторону как бы уйдем. Вот интересно наблюдать. Берут наши войска какой-то населенный пункт. И там ставят знамена, ну, понятно, государство, но еще, вот что называется, кто во что гораст. И подразделения формируются и по национальному, и по земляческому принципу. Вот тут Кадыров говорит, у меня 9 тысяч бойцов, я планирую на фронте операцию. Это все замечательно, с одной стороны. А с другой стороны, вот у меня тоже, как у советского человека, нет ли здесь какой-то махновщины, и нет ли здесь какой-то некоторой дезорганизации управления? Мне кажется, армия должна там быть единоначалие, одни и те же символы, одни и те же, ну, какие-то указания. Да, такие явления присутствуют, и вы, и мы их заметили давно. Берется населенный пункт, там водружается над какой-нибудь сгоревшим печкой государственный флаг Российской Федерации, советское красное знамя, да, знамя ВДВ, или там знамя сухопутных войск, копии, безусловно, копии. Да, вот это явление... Есть, я часто думал, а действительно не махновщина ли это? Нету какого-то такого разгула недопустимой демократии в войсках. Вы знаете, командиры к этому относятся без особой опаски. Но есть у людей кураж, есть у людей свои взгляды, есть свои убеждения. Конечно, если быть строгим уставником, и послюнявить палец и заглянуть там боевые уставы, вы нигде не найдете вот такого положения. Это, в общем-то, народная инициатива, идущая не от строгой строчки устава, а от души идущая. Да, знаете, жесткие уставники относятся к этому очень и очень насторожен. Но тем не менее, главное, чтобы населенный пункт был взят. И главное, чтобы там правильное знамя стояло, включая, конечно, советское. Кстати, вот это частое мелькание красного, алого знамени, иногда даже там копия знамени Победы, это очень серьезный симптом. Вы знаете, мне он нравится. Люди помнят о том, понимаете, значит, в душах людей осталось, они, может быть, тоже будут победителем. Теперь, что касается вот этих национальных формирований. Вы знаете, я встречал только два национальных формирования на поле боя. Это одно из подразделений, которое было укомплектовано только тувинцами. Да, это было. Да, еще там было бурятское какое-то ядро. Ну и, конечно, присутствует, безусловно, чеченское формирование. Да, оно любимое и Кадыровым, оно любимое народ. Люди, тут не отнимешь. То, что люди показали на поле боя, да. Но мелькает такая мысль, что-то мы слишком вольготно отнеслись к этим кадыровским формированиям, чуть ли не к его личной армии. Я попутно замечу, Кадыров недавно заявил, что 3000 вагнеровцев влились в его так называемую армию. Тут, безусловно, центральная власть и Генштаб, прежде всего, а может быть, и Минобороны, должны очень строго следить за этим.
Потому что у нас же еще одно подразделение появилось на поле боя. Оно сформировано полностью из тех украинцев в плену, которые побывали, и которыми командует, по-моему, подполковник Терещенко. Да, Богдана Хмельницкого батальон, да. Вы понимаете, да, наблюдается некая определенная пестрота. Я думаю, что за этим надо очень бдительно следить. Потому что если начнется вот такой вот разгул, вы правильно сказали, мы такого допустить не можем. Но меня позабавил, например, случай, когда иностранная разведка сходила с ума. Был переполох вплоть до Пентагона, потому что не могли украинские и американские ЦРУшные специалисты перевести речь, которая звучала в эфире при наводке на артиллерийские позиции противника. Потом только поняли, что это была тувинская речь. Ее расшифровали, срочно позвали специалистов-переводчиков по тувинскому языку, чтобы расшифровали, что там говорят люди. Ну что, дорогие друзья, я, может быть, не могу вам дать полный рецепт. А с другой стороны, что, хорошо ли по национальному признаку? Я думаю, что... И это частные случаи, но это пока не явление. Когда это будет стабильным явлением, вы знаете, это может вызвать тревогу и в Минобороны, и в Кремле. Здесь нужно проявлять гибкость и мудрость. Ну, а если глава того республики просит у Министерства обороны, можно я вот свой бурятский сформирую батальон, укомплектую его, чтобы вместе люди воевали. Тут же есть и какой-то боевой потенциал, может быть, когда воюют вот земляки, может быть, какое-то соревнование. Черт его знает. Мне трудно пока об этом судить, но такого переполоха, испуга от тех командиров, которые вернулись с пылью на губах со специальной операцией окопной, я не слышал. Вы знаете, с доброй улыбкой, но тем не менее, сходится в одном, что нужно жестко контролировать. Вы знаете, чтобы не было землячества на фронте. Это тоже с другой стороны. А вдруг, вы знаете, а вдруг станут выяснять, кто лучше, буряты или там тувинцы и так далее. За этим надо следить очень серьезно. Все. Константин Валентинович, ну все-таки вернемся к Белоусову. Выступая в Совете Федерации, он заявил, что президент поручил Министерству обороны интегрировать экономику вооруженных сил в общую экономику, сделать министерство максимально открытым к инновациям. И бюджет пообещали увеличить до 8,7% от ВВП. Что для этого потребуется и от президента, и от страны, и какую армию мы в результате хотим получить? Ну, давайте уже, если говорить о преобразовании вооруженных сил, вот, то давайте все-таки вернемся к Сергею Кожедовичу Шойгу, который, вот я полностью с Виктором Николаевичем согласен, просто об этом сейчас не шла речь, что, подводя итог деятельности Сергея Кожедовича, надо отметить, что, конечно, результат очень позитивный. Но в первую очередь это коснулось, конечно, оргштатной структуры вооруженных сил. Вот. Вопросов, касающихся принятия на вооружение наиболее важных и приоритетных образцов оружия. Вот. Значит, по поводу восприимчивости армии к инновациям и нововведениям, я бы все-таки был бы более осторожен. Мне приходилось самому практически участвовать в разработке госпрограмм вооружений, в части определенной, которая касалась меня. Могу сказать, вопрос распределения средств очень сложный. Всегда стоит вопрос, куда выделить средства на производство и пуск в серийное производство еще не доведенного и непонятно до какого уровня доведенного образца, который еще неизвестно какой результат даст. Да. Или наоборот, давать серийное производство более устаревшей техники, но более, так сказать, отлаженной серийное производство, но которое даст результат буквально завтра. В условиях войны, конечно, второй приоритет он идет. Т-72, да, яркий пример. Да, это раз. Но надо иметь в виду, что, конечно же, в вооруженных силах, в целом ряде управлений, в первую очередь заказывающих, были люди, которые, есть люди, которые предпочитали более спокойную жизнь, скажем.
вот, нежели биться за внедрение тех или иных образцов. Это тоже есть, от этого никуда не деться. И с этим наша академия постоянно сталкивается. Я просто в подробности даваться не могу, потому что идеи выдавались, но они саботировались. Поэтому я к чему веду речь? Не надо ругать предыдущих. Я согласен полностью. Сергей Кужедветович сделал большое дело. Но сейчас стоит задача такая, которую Сергей Кужедветович в силу своей предыстории, связей, вот, мог бы решить, было бы решить, Сергею Кужедветовичу было бы решать сложнее. Это вот связь обеспечения инноваций, более тесная связь промышленности с требованиями армии. Это должен сделать, конечно, человек, который работает с экономикой, с промышленностью, имеет колоссальный экономический опыт. И человек, опять-таки, прежде всего, предельно честный. Государственник. Настоящий государственник. Потому что здесь очень трудно отличить и отделить здоровое начало от больного. Вот. Поэтому огромное спасибо Сергею Кужедветовичу, Шойгу, пожелание ему успешной работы на посту секретаря Совета Безопасности. Он не уходит из силовых структур. Вот, он становится над силовыми структурами. Я хотел сказать, формальное даже повышение. Да, да. Угу. Вот. А Белоусов, он займется этим делом. Хотя Белоусов занимается вопросами, о чем мы говорили. Хотя, с другой стороны, у всех, естественно, возникает вопрос. Ну что, неужели среди фронтовых генералов, которые совершенно явно, ну никак не могли быть связаны быть с коррупцией, не нашлось человека, достойного занять пост министра обороны? Тут дело, наверное, не только в коррупции, а именно вот в специфических... Так вот я к чему отвечаю. Да-да. Первый момент. Любой фронтовой генерал в той или иной степени связан с людьми, с тем же кадровиком, которого недавно арестовали. Вот. И ему сложно будет порой выкорчевывать. Это раз. Второй момент. Решить задачу, о которой мы сказали, смыкание промышленности с оборонкой, ему тоже будет сложно, потому что он не с этим, с этим не был связан. Поэтому вот с этой точки зрения назначение оптимальным. Что касается по исходным данным, даже, да. А вот что получится дальше, большой вопрос. Первый центральный вопрос, который я скажу. При всех своих деловых качествах, значит, человек, товарищ Белоусов, один. Вот да. И может статься, что как раз вот та среда, с которой он столкнется, и не только армейская, которую сейчас он почистит, но и та, которая с другой стороны, со стороны оборонки, со стороны правительства в том же числе. Ведь, простите меня, все Силуановы остались на местах. И вот. Денег не дадут. Вот. И могут и саботировать. Да. Заблокировать можно могут. Будем все эти его начинания. Что он там не вчера в этой системе. И тоже может что-то. Знаете, где деньги лежат. Это раз. И второй момент еще. И где гарантия? То же самое. Мы тоже нельзя забывать в этом плане, что тех людей, которые он соберет и назначит на эти должности, а те назначат своих еще людей пониже стоящих, что там не найдутся коррупционеры. Все может быть. Анатолий Андреевич, но польский министр иностранных дел Сикорский не исключает, сделал заявление, что конфликт на Украине продлится десяток лет, и боевые действия будут проходить именно в Украине. В переводе с польского бюрократического на нормальный, Запад рассчитывает, что мы там увязнем всерьез и надолго, и много лет это будет тянуться. А Россию разве это устраивает? Не устраивает ли нас, наоборот, какая-то победа в обозримом будущем? Но устами этого польского чиновника говорит коллективный Запад, вы правильно. Да. Они спят и видят, чтобы Россия все-таки увязла в этой войне. Почему? Ну, это ослабляет, во-первых, экономику, ослабляет нашу финансовую какую-то подушку. И еще одно. Это проецирует недовольство самого народа. Ведь все-таки ограничения, которые накладывает эта война, они уже достаточно, ну, я бы сказал, налицо. Это и какие-то там покупательские возможности. Да, тут я бы сказал, разнообразие. Да, это такое все. Но в комплексе они бы очень хотели бы потрясти Россию, да, с точки зрения внешних каких-то условий и внутренних условий. Конечно, для нас это абсолютно неприемлемо. Мы говорим о том, что наши цели решительные.
или победа на поле боя, или в дипломатическом отношении мир на тех условиях, которые мы продиктуем. Это вот наши условия, и они незыблемые. Посмотрите, нас там пытаются, давайте вы останетесь на тех территориях, которые вы там завоевали, мы вам там что-то дадим. Что сегодня Запад может нам предоставить? Мы вам типа сделаем... Корейские варианты они предлагают. Да, льготные какие-то, значит, снимем санкции. Не, подождите, спасибо, друзья мои. Отцы, родные, никаких да. санкций, ничего. Они нам уже абсолютно нас не волнуют. У нас есть центральная линия. Денационализация и демилитаризация. Пока мы это не выполним, пока Россия, Украина не станет территорией, дружественной территорией на границе с нашей Российской Федерацией, мы не успокоимся. Виктор Николаевич, но мы сегодня назвали нашу программу «Время для удара». И действительно, на ваш взгляд, не опаздываем ли мы со сроками наступления? Может быть, как раз наоборот, не опаздываем. Третья декада мая – это как раз то, что нужно. Ну а какое ваше мнение? Мое мнение такое, что генеральный штаб, он прежде всего руководит, очень удачно выгадал момент, когда надо, поймав хайп там вот под Авдеевкой, надо наваливаться на противника на Харьковском направлении. Это не только выполнение указания Путина о создании санитарной зоны. Мы видите, в чем проявил мудрость генеральный штаб. Он проявил в том, что пока идет западное оружие, оно валит, оно еще на подходе. Вот это образовалась такая проемка, да? Именно это выгодный момент для того, чтобы напирать, ну, хотя бы вот на этом стратегическом, не побоюсь сказать, Харьковском направлении. Пока еще окопы не все заполнены, пока еще не успели выстроить стратегическую линию обороны. Они же там саперными лопатками зарываются на пустырях. Мы же им не дали по самые ноздри нравится. И другая сторона вопроса, в чем мудрость, на мой взгляд. Я тут пока воздержусь от превосходной степени комплимента. Ведь видели, мы довели ситуацию до того, что Сырский сначала снял 3 бригады с южного направления, ослабив нам, дав нам прекрасную возможность и там шурудить при ослабленном противнике. А сегодня еще уже, говорят, еще 2 бригады с южных направлений перебрасываться. А это же выгодно. Это выгодно тем ребятам, которым надо решить задачи еще в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях. Там же мы не все территории пока контролируем. Я думаю, что здесь да, но, конечно, у нас впереди маячит Харьков. Я не буду, хочу быть проповедником, будем ли мы Харьков брать вообще военными методами. А может, мы как-нибудь по-другому обойдемся. Опыт уже есть, чтобы заставить противника выбросить белые кальсоны, да, и поднять, обрубить ему логические там пути и так далее, заставить военный гарнизон Харькова. Я не думаю, что мы пойдем до головотяпца смертельного, бросая войска на штурм этого полуторамиллионного почти что города. Не думаю. Но нам сейчас самое важное создать буферную зону глубиной, о чем я мечтаю, ну хотя бы 350 километров, чтобы оттуда меньше прилетало, в том числе и дальнобойных ракет, по многострадальному Белгороду. Василий Алексеевич, ну и вам вопрос. Вот именно как специалисту, как эксперту, что бы вы пожелали новому министру обороны? Ну, вот то, что он сказал, чтобы поменьше вранья, чтобы в докладах не было, в том числе, он получает доклады с линии фронта, потому что он министр обороны. Понимаете, здесь вот у нас очень любят, я хочу сказать и обратиться к коллегам, вот кто-то сказал на Западе, какая-то газета, кто-то сказал это, вот мы уже город взяли, да? Я говорю, есть одна точка зрения Министерства обороны. Угу. Вот классический случай, я о нем уже говорил, когда Баграмян, командующий фронтом, вышли там наши на Балтийское море и взял бутылку воды и Сталину прислал. За это время немцы отбросили Балтийское море. Ну и Сталин говорит, возвратите товарищу Баграмяну эту воду, пусть вылит ее туда, откуда взял. Потому что настолько ситуация бывает, что сегодня мы взяли эту улицу, завтра отбили. Не будем забывать, что мы третий год, и враг не просто получает оружие, но надо противника, врага уважать. И он сегодня взяли, завтра выбили. И как это бывало и не раз, и мы это уже, мы уже знаем, и осень 22-го года и прочее. Поэтому вот эти моменты, только официальная информация и, конечно, только объективная подача информации с линии боевого соприкосновения. Это на пользу всем. Потому что любая ложь, она боком выходит. В том числе это касательно и наших потерь. Вот это очевидно.
Это очень важный момент, на мой взгляд. Будем надеяться, что Министерство обороны обладает объективными картинами. Конечно. И я думаю, что в этом плане будет все гораздо лучше. Дорогие друзья, а я, с вашего позволения, пожелаю новому министру обороны Андрею Белоусову жизненных сил и здоровья. Потому что со всем остальным, вот так внешне, по крайней мере, у него все в порядке. А с вами была программа «Точка зрения». И я, ее ведущий, Дмитрий Аграновский. До свидания.